И к другим новостям. Неделю назад активисты ряда общественных организаций изложили любопытные факты из имущественной декларации зампредседателя Хоссуда Одесской области Светланы Власовой. А накануне активисты подали публичные запросы в канцелярию суда. После этого пресс-служба обратилась в редакцию «Репортера» с тем, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию. В интервью журналистам Светлана Власова прокомментировала факты, связанные с обвинениями в долгах за коммунальные услуги. Также она рассказала о происхождении квартиры, в которой проживает, и машины, на которой ездит. Как рассказала Светлана Власова, частный дом в кооперативе «Белый цветок» с 2009 года строил ее бывший муж, моряк, за собственные деньги. В 2011 году он зарегистрировал право собственности на этот дом. Спустя 3 года супружеская пара развелась, и именно с этого момента Светлана Власова перестала указывать этот объект недвижимости в своей декларации. В 2016 году ее бывший супруг продал дом, и с тех пор ни он, ни зампред суда к нему отношения не имеют. Долгов за коммунальные услуги, во всяком случае, сейчас за домом не числится. Я, враховуючи ось такий резонанс, я звернулася до самого обслуговуючого кооперативу «Біла квітка», бо може якісь непорозуміння вийшли, і вони надали мені довідку стосовно того, що з 11-го року власником будинку був Власов Юрій Володимирович. В 16-му році, я вже не зазначаю прізвище особи, яка придбала цей будинок, будь-якої заборгованості в мене, а також у Власова, нема перед кооперативом. Также общественники посчитали, что Власова оказывает давление на членов жилищного кооператива. В справке, которую получила зампредседателя суда, значится, что таких инцидентов не было и нет. Что касается квартиры, указанной в декларации, то приобрели ее еще родители Светланы Власовой в далеком 1993 году, а собственником жилья она стала в 1999. В имущественной декларации указана сумма, которая значится в договоре купли-продажи этой квартиры. Незначительные изменения площади жилья, которые были проведены, внесены в реестр, поэтому являются законными, поясняет зампредседателя Хоссуда. Также у общественников возникли вопросы относительно автомобиля, на котором ездит судья Власова, Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. По ее словам, приобрела машину и зарегистрировала ее на себя мать судьи, а куплено авто было за деньги, оставшиеся от продажи квартиры. У моей матери также была квартира, она была власником, ну, мои батьки были власником и приезжали, уже проживают за віком с моим сыном. Вони продали цю квартиру, залишок коштів в них лишився. І на ці кошти вони придбали цей автомобіль. І враховуючи, що вже літній вік і необхідно, не завжди людина може користуватися цим автомобілем. І я допомагаю їй іноді, її перевожу і користуюсь, їй допомагаю, користуюсь цим автомобілем. Активист Игорь Елин, который первыми отреагировал на обращение ряда организаций, полностью удовлетворен возможностью диалога между властью и простыми людьми. Важно, когда происходит такой диалог между общественностью и властью. Это и есть реальная реформа, когда обе стороны могут слышать друг друга, считает общественник. Возможность пообщаться с Светланой Георгиевной позволила снять ряд вопросов, которые действительно, с моей точки зрения, правомерно были, возникли в свое время и которые были опубликованы. Но благодаря полной исчерпывающей информации и, с моей точки зрения, очень объективно изложенной, я считаю, что фактически судья Светлана Георгиевна Власова практически полностью предоставила всю необходимую информацию, что, собственно говоря, дает основание считать, что на данный момент я не вижу серьезных претензий в части декларирования имущества.